20 лет с момента образования Саратовской областной думы отметили региональные парламентарии. За время работы было сформировано 5 созывов и принято более сотни важных для региона законов. На торжественной церемонии по случаю юбилея были вручены памятные медали и грамоты. Из зала заседаний сюжет Екатерины Ковальчук. Первый созыв парламентариев Саратовской области был сформирован в 1994 году. Тогда регион был поделен на 25 одномандатных округов. Из 134 кандидатов депутатами первого созыва стали только 34. За 20 лет деятельности народными избранниками было принято более 2000 законов, в том числе 560 базовых. Сейчас опыт саратовских депутатов перенимают и коллеги из соседних регионов. Один из первых регионов, который внедрил смешанную систему, смешанную избирательную систему, это один из первых регионов, который внедрил отчеты высшего должностного лица. Это говорит о том, что и демократические процессы, и процессы развития на саратовской земле реализуются очень успешно. Это говорит о том, что на саратовской земле живут очень талантливые, умные люди. По словам парламентариев последнего, 5-го созыва, сегодня работа законодателей проходит спокойнее, чем на первых порах. А буйный нрав некоторых избранников тех времен сменился дискуссиями как на трибунах Думы, так и на заседаниях рабочих групп. Работа становится в Думе более стабильной, меньше скандалов, меньше интриг, а больше направлена на созидание, на позитив, хотя проблем, мы знаем, в регионе немало, и в том числе состояние бюджета, к сожалению. Еще одним залогом успешной работы нынешнего областного думского созыва, признаются парламентарии, становится своевременное решение задач, поставленных им федеральными законодательными органами. В целом деятельность Саратовской областной думы выстраивалась в соответствии с задачами федерального и регионального законодательства и в первую очередь была направлена на развитие нормативной базы, обеспечивающей правовое регулирование проводимых в стране и в регионе реформ. Сегодня в областной думе 45 народных избранников. Первые нормативные правовые акты, принятые парламентариями нового созыва, носили социальный характер. На контроле у депутатов остается также и ситуация в жилищно-коммунальной сфере. Законодательная деятельность депутатов направлена на решение вопросов и агропромышленного комплекса. 20 лет в истории государства – это срок небольшой, но в истории отдельных личностей – это большой срок. И сегодня, я думаю, наш парламент, он плодотворно влияет на улучшение благосостояния жителей Саратовской области. Одним из самых обсуждаемых стал полусухой закон 2013 года об ограничении продажи алкоголя в ночное и утреннее время суток и введение так называемых 5 трезвых дней в году. Екатерина Ковальчук, Алексей Фенин, РНТВ, Саратов.